чем ваш секрет бодрости и боевого духа? Ну, так сказать, когда удается нанести удар моральный по тем, кто разрушал страну, то это как бы вот стимулирует. И когда знаешь, что то, что мы делаем, это нравится людям, они этого ждут, хотят, это ведь миллионы, миллионы людей. За ЛДПР проголосовало в 1993 году 13 миллионов. Представляете? Это же целая страна. Вот представьте себе, стоит 13 миллионов человек. А? Это пол Поволжья вашего. Знаете, вот все города выстоят вдоль Волги. И все не проголосовали. И это вот и вдохновляет.